Репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем. Новости наша стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Это репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем. Новости наша стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Buenos días, señoras y señoritas. Me llamo Hierro. ¿Cómo estás, amigos? Atomic Kent Production. 7182. Интересная была неделя, а если в частности, все обсуждали бурно вопросы безопасности. Странные рассылки получают казахстанцы, мол, нужно где-то там пройти срочно регистрацию, а заодно дать добро на спор всех личных данных, с учетом, что это не спам, все довольно странно. А как же киберзащита? Личное это личное, спасибо за заботу, но это нелогично. Эксперты говорят, что все это опасно, все явки и пароли тут же станут напрасны. Кто-то получит доступ к вашему смартфону, узнает все о вас и те, с кем вы знакомы. И не Колумбы мы уже в этом киберморе. Наш мир немало повидал подобных историй. Международный опыт печальный довольно. Слава богу, что у нас это дело добровольное. Atomic Kent. Люди копят и тратят мили, копят и тратят. Люди отмечают флажками места на карте. И если мы с вами посмотрим на карту эту, то там у всей нашей страны минимум отметок. Нас путают с соседями люди других стран. Для них одно и то же Казахстан и Афганистан. Но все же едут туристы по одному, но едут. И наш разбитый асфальт топчут своими кедами. И вот для общего удобства решили власти облегчить пребывание им хотя бы отчасти. Как от напасти избавить туристов от кэша? Про безналичный расчет все в курсе, конечно. И вот приедет к нам условный Мартин из Дании. Мы ему терминал под нос, не выходя из здания. Никаких обменников, change money, до свидания. Технологии у нас не хуже, чем в Германии. Правда, все это в планах, но скажу вам по секрету. Там, где туристов ждут, нет даже интернета. Нет света и воды, дорог и туалетов. Может быть, лучше сначала подумаем об этом. Лето в самом разгаре, лето беспощадно. Температуры такие, что плавится брусчатка. Термометры вскипают на юге Казахстана. Люди жаждут дождя, как небесной манны. Но его нет и обжигает асфальт подошву. Дождливым был июнь, но это уже в прошлом. Люди дошли до кондиции без кондиционеров. Люди ищут тень в парках и скверах, страдают гипертоники, медикам не до отдыха. Стало опасно находиться на открытом воздухе. Южное солнце порою бывает жестоким. От таких температур север был бы в шоке. Жара на улице, дома, жарко даже в тени. Но, как известно, жизнь никак ты не отменишь. Мы выползаем наружу только с заходом солнца и прячемся опять, когда оно вернется. И на этом все, что мы сказать хотели. Это был репортаж новости недели. Ждите обновлений на канале нашем. До новых встреч, народ. С вами был Ермашев.